Вай, чё сейчас будет? Заряд бодрости получил, теперь на пробежку. Так, покажу сейчас состав грин-машины. Шпинатик, зеленое яблоко, так, виноград, киви, банан и лед. Всем доброго дня, мы с Сергеем Ивановичем и друзьями сейчас едем в бич-клаб при отеле. В хороший отель мы едем. Это будет полезное сейчас видео и рассказ о том, как же пользоваться, допустим, жить в апартаментах, либо снимать квартиру, либо купить ее, жить в своих апартаментах, но иногда позволить себе отдых в каком-то отеле на день, то есть день пребывания, пользоваться территорией отеля, бич-клабами и т.д. и т.п. Покажу вам цены, все это будет подробнее дальше в видео. Еще такой момент. Я всегда вам говорю, мажьте с защитой на солнце, берегите кожу, и, конечно же, я забыла про губы. Не мазала, сейчас ходила в аптеку, купила уже себе SPF, уже поздно, у меня губа треснула, и, кстати, у меня такое было 10 лет назад, мы отдыхали примерно в это же время в Дубай, и вот то же самое, у меня было потом 2 месяца, губа заживала, это очень больно, потому что я даже улыбнуться, мне вот больно, начинает кровоточить, в общем-то, берегите свое здоровье, кожу и мажьте защитой, даже губы не забываем, хоть я и в кепке хожу. Очень важный день, важный прием у доктора. Мы в воскресенье ходили на скрининг, там должны были определить там всякие заболевания, если что, есть ли какие-то отклонения от хромосомы. Короче, я пипец как нервничала, и сегодня ночью, несмотря даже на то, что поздравили вчера огромное количество людей, пожелали всего самого хорошего, короче, я настолько сильно переживала, что мне приснился сон, будто ребенка достали из меня в пакетике, чтобы вы понимали, в запечатанном. Он бился, ну, в смысле, он там, типа, дышал, все у него было заебись, сердечко билось. Я на это все, типа, посмотрела, сняла на видео показать Диме, что, типа, все заебись. И после этого его запихнули обратно в меня. Ну, чтобы вы понимали, вот всю просто дичь, которая происходит у меня в голове. И мне показалось, что это был мальчик. А до этого мне снилась девочка. И сейчас мне вообще... Что делать? Нет, в любой ситуации понятно, что оба не правы. Что делать? В отношениях не бывает один человек прав, другой там не прав. Понятно, виноваты оба, довели до этого. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Но, смотри, и от нас многое что зависит, да. И от вас не меньше зависит, да. Понимаешь? Mm-hmm. Такая ситуация. Вот, статика. Уже этот момент говорили, помнишь, мы с тобой как-то, да? Что же, девчонки, в общем, сегодня решили порадовать животик. И ребрышки-то у нас тут с картошечкой. И курочка у нас тут с картошечкой. А салат я вам сейчас покажу, какой сделала. Просто бомба. Это капуста, огурчик, лучок. В общем, сами понимаете, шедеврально. Просто шедеврально. А, кстати, у меня голубые линзы. Синькая кофточка. Синькая юбочка. А ленточка в косе, господи, да, 35 мозгов. Так, не набралась. Все, всех люблю, целую, я жрать. Когда тебе плохо, мне.
мне. Когда тебе хорошо, хорошо мне. Я тебя очень люблю, очень ценю. Ты необычный человек для меня, очень важный. Тот момент, когда мой серьезный муж превращается в ребенка. Мальчики развлекаются, играют в водное поло. Он... Витя, скажи привет! О, да! О. Вкусненько? Очень. Да, и жарко. Пойдем сейчас купаться. Ага. Я аж просто невероятного размера. Смотрите, вот отсюда идет береговая линия с идеальным песочком. Аж вон туда. Фу, вот это фотоотчетик, друзья. Сережка показал мне суперклуб. Катя, пожалуйста, я ошибся где-то, да? Да. Где-то что-то накосячил где-то. Как-то. Я сейчас... Покажи эту машину, покажи эту машину. Это машина века, честно. Как и твои отношения, Катя, должны быть веком. Да. Понимаешь, век? Нет, мы сейчас едем на поляну. Как? Мы должны сделать так, чтобы ребята были вместе. Муа! Сегодня целый день просто не мог выставить сторис, потому что не было VPN. Спасибо тем, кто помогли. Ирен, ты мне помогла с VPN. Тебе большое спасибо. Пользуюсь. Ребятки, прекрасная улыбка, потому что я лечу свои зубки, ребята. И сегодня я опять пришел то же самое место, GM медицинский центр, будем долечивать последний зуб, и все, и найс. Блин, всем советую, здесь очень хороший стоматолог, женщина, она очень круто делает, прямо максимально круто, поэтому, кто хочет лечить зубки, это здесь, рядом с химками, кстати. Лёха, как... Расплескалась синева, расплескалась. Вот это повторяется. Ну, блин, ты ещё жив. Слушай, ну это был разрыв, на самом деле. Мы просто... Ну, пару видосов есть, мы вам покажем, но может быть стыдно немножко. Но это было весело. Сколько мы выпили? Ты обещал не пить, кстати. Ты обещал не пить. Не пил. Самое главное, что не было девчонок. Девчонок не было и не было преступлений. Поэтому, Катя... Чувствую себя спокойно, потому что я за Сережкой следил, и он тоже за мной. И поэтому да, мы были во внимании, но девчонок отшивали. Кыш, кыш, кыш. Вот так вот. Да. Точно? 100%. Друзья мои, я, конечно, не думал, что сегодня что-то изменится. Но погода шепчет. Дождь закончился, солнце вышло из-за туч, свет на дворе. Ну, не зря меня называли родители. Свет. Единственный момент, я опаздываю на целый час. Удивительно, но пробки. Что ж ты будешь делать? Даже выходные. В общем, друзья, я приехал. Тут очень красиво, но единственный момент, я не могу их найти. Сестра объясняет, куда идти, я не понимаю, никто не встречает. В общем, я думаю, что разберусь, да? Так, вот же. А где именинница, не пойму, где? Или все, ты уже не соображаешь ничего, да? У меня пока я донесу все,
У меня все разлезется. Джози! Брат! Всем привет! Happy birthday to you! Happy birthday, Лина! Happy birthday to you! Be a good day, a good vibe. Moving in a little Postmates in my tie. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your... Ну что, привет, дачка. Блин, так, если честно, грустно от мысли, от той мысли, что мы ее продаем. Ну а что делаешь? Я не живу дома. Маме одной после операции, плюс после всего-всего, еще и как бы годы не в обратную сторону идут, тоже это все сложно. Вот. Тут очень нужно много мужской работы, мужской силы. Поэтому ездить тоже, опять же, таки, была бы машина. И были бы мы здесь постоянно, это один вопрос. А так, дом будет потихоньку с годами сыпаться. Участок будет зарастать, поэтому пришла пора. Пока, мой дорогой любимый, на сеансе у психолога, я следующая. Я решила доехать до Афимола и взять себе всякие шампуни, средства для волос. И думаю зайти купить утюжок. Просто это какое-то чудо. Я именно такие искала казаки. В прошлый раз сюда заходила, не было моего размера. Сейчас есть. Я их беру. Самый счастливый человек в казаках, который не хотел. Первое, что я поняла сейчас, машина, что это не я какая-то дура, так, а все вокруг. Ба-ба-бам. Пиу, блядь. Неплохое начало. Что с этим делать? Да, я везде со своими батончиками. Всем их дарю, даю попробовать. И сегодня, короче, с Илюхой обсуждали, насколько насыщенная моя жизнь. Я на проекте, я занимаюсь вокалом, путешествую, общаюсь с офигенными, интересными людьми, развиваю свой бизнес. И это не все. У меня в планах просто сейчас масштабировать бизнес. Еще больше развиться в вокале, сниматься в фильмах. А вот насколько бы вы оценили яркость своей жизни по 10-бальной шкале?